Пушистые красавицы появились в большом количестве на улицах Кишинева только этим утром, а воздух уже наполнился ароматом праздника в каждом секторе столицы. Теперь любой желающий сможет принести праздник и в свой дом. Единая покатная ситуация эпидемиологической коренной объемы. К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации у нас в стране генеральный примар запретил организацию новогодних ярмарок, оставив только продажи елок. Авторизации продавцам уже выданы, и буквально в течение нескольких дней елки можно будет найти во всех секторах Кишинева. В этом году мы видим, что большое количество поступило заявлений на то, чтобы именно вот в этом секторе разместились. Но, к сожалению, мы не можем каждому выдать авторизацию, поскольку, во-первых, у нас пандемия, и мы хотим ограничить количество экономических агентов, которые будут сконцентрированы на определенном участке. Новогодние деревья представлены на любой вкус. Люди начинают покупать, они радуются Новому году. Все же видно, что люди хотят праздновать. Есть елки за 200 леев, есть за 1000 леев. Эти ели от 2,5 метров до 3. В первые дни продаж покупатели чаще всего просто спрашивают о стоимости елок, предпочитая покупать их ближе к праздникам. Но продавцы не расстраиваются. Они знают, что их доход будет расти по мере приближения праздников. Покупаем для детей, у нас их трое. И им интересно наряжать елку в Новый год. И мы были детьми, помним, что это. Государственное агентство Молдсилва сообщило, что в этом году оно выставило на продажу более 50 тысяч елей. Там отметили, что цены будут на 20% ниже, чем в прошлом году, когда в лесных питомниках елка стоила 36 леев за метр. В этом году цена должна уменьшиться на 7-8 леев. Продажа елок продлится до 15 января 2021 года. Илона Ведрашко, Виктор Дудук, КЧН-ТВ.